Как вы помните, в прошлом выпуске мы столкнулись с проблемой. Из-за отсутствия пластиковой облицовки снег попадал на вариатор. Тот начинал проскальзывать, не давая провести ходовые испытания снегохода. В этой серии мы это исправим и сделаем полноценный выезд. Как и на ранних проектах, облицовку мы делаем из АБС-пластика толщиной 3 мм. Этот материал крепкий, не лопается на морозе и легко формуется с помощью обычного строительного фена. Ну красота же, не правда ли? Теперь, когда вариатор и двигатель прикрыты, можно выезжать. Делаем первый выезд на глубокий снег. Еще ни разу не выезжали. Снегоход показывает себя прекрасно. Отличная тяга, динамика и проходимость. Передаю привет всем хейтерам, утверждающим, что на 380-й гусянке невозможно ехать по глубокому снегу. Вы все видите сами. В нашем случае ширина гусеницы компенсируется ее длиной. Более того, на узкой гусянке снегоход получается быстрее и маневреннее. А что думаете вы по этому поводу? Напишите в комментариях. Увы, но без поломок в этот день не обошлось. Периодически стали проявляться пропуски зажигания, из-за чего двигатель начал подтраивать. Так, во время демонстрации глубины снега, один из цилиндров полностью отказал. И мы решили возвращаться домой, благо снегоход все еще мог передвигаться сам. По возвращению, в первую очередь, нужно было проверить состояние свечей зажигания, а для этого нужно убрать всю свежеустановленную пластиковую облицовку. Эта свеча определенно не работала. На ней очень сильный нагар. Здесь ситуация чуть лучше, но опять же сильный нагар. Такое ощущение, что карбюратор переливает, а потому снимаем его, промываем и перебираем. Пробный выезд после переборки карбюратора и замены свечей зажигания показал, что проблема была не в них. По-прежнему двигатель работал только на одном цилиндре. Забегая вперед, скажу, что неисправность мы все-таки нашли. Как оказалось, вышла из строя одна из катушек зажигания. Ну а мы решили заменить сразу обе. Благо в продаже есть китайские аналоги. Следующим шагом было подключение приборной панели. В ее комплект входит магнитный датчик скорости, сами магниты и очень мелкая инструкция.
Я заранее пронумеровал провода на разъемах, чтобы было проще изготовить косу электропроводки. С помощью 12-вольтового аккумулятора запитал саму приборку, а также проверил, куда приходят сигналы индикации. Ну а дальше была пайка, изготовление разъемов и обжим проводов. Для крепления приборной панели на раму приварили проушины. Также из АБС-пластика изготовили обтекатель приборной панели. Он же является и кожухом передней фары. Лампочку давления масла подключили на индикацию ошибку двигателя, check engine. Включение и выключение передней фары также отображается на приборной панели. Подключили тахометр. Показания скорости решили снимать с ведомого шкива вариатора. Недостатком такой установки является то, что если снегоход стоит на нейтрале, то приборная панель будет отображать скорость, будто мы едем. Но я считаю, это мелочи. На ведомом шкиву вариатора сделали небольшие проточки, куда вклеили магниты из установочного комплекта. Сам датчик скорости установили на отдельном кронштейне. Да, еще была довольно длительная процедура калибровки приборной панели, но по итогу все удалось настроить. Сверяли показания по GPS, расхождения минимальны. На улице плюс, снег очень липкий, гусян набивает напрочь.
Таким получился наш выпуск. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока!